Всем привет! Сейчас будет распаковочка и обзор увлажнителя Polaris модели PUH3504. Вот такого вот прикольного чуда техники. Объемом на 4 литра, с тремя режимами работы и сенсорной панелью. Здесь сбоку коробки небольшая краткая информация с инструкцией и деталями. Теперь, я думаю, можно приступить к распаковке. Понятное дело, что сделано в Китае. Сверху коробка с такими ручками, картонной заглушкой, которую можно убрать в сторону. Сам увлажнитель вот такого размера. И в коробке идет упаковка с инструкцией, макулатурой, вот такой вот щеточкой для очистки. Так, теперь можно убрать все в сторону и приступить к распаковке уже самого увлажнителя. Ну вот сам увлажнитель, видно сенсорную панель, видно бак, вот такие вот бабочки красивые на нем, вот крышка с клапаном для подачи пара, дальше ручка. Здесь крышка, место для просмотра и сама база, где происходит испарение. Она довольно легкая, если ее перевернуть, здесь такие резиновые ножки, вот такой вот фильтр и вот такой вот длины кабель. Я его уже распутал, сейчас положу поближе к розетке и приступлю к заправке. Заправляется данный бак чистый, холодный, фильтрованный водой без каких-либо минералов, полностью очищенной, желательно, с моей точки зрения, еще и кипяченой. Открываю крышку. Здесь идут вот такие резиновые прокладки, чтобы вода не пропускалась. Внутри вот так выглядит, все чисто. Можно заливать воду. Сейчас принесу баночку и залью. Ну вот, залил я чистой холодной воды. Смотрите, как это выглядит. Около 3 литров я залил. Видно, вон вода болтается. Вот, так, поставил я камеру. Смотрите, вот крышечка. Теперь я закрываю. Главное вот так ровно поставить. И все по резьбе. Без фанатизма, конечно, но крепко закручивать это дело нужно. Так, ну все. Я думаю, теперь смело можно перевернуть. Благодаря этой ручке это делается удобно. Ставлю на базу. Булькает, как канистра с бензином. Клапан для подачи. И включаю розетку. Слышно писк, что питание есть. Давайте я прикоснусь. Все, видно, что он начал работать. Давайте я включу самый сильный режим, чтобы было видно пар. Получается, красный – это минимальный режим, зеленый – это средний режим. И синий – это максимальный режим, третья скорость. Поверну сейчас на сторону камеры. Видно пар, я думаю. Ну вот мне через телефон видно. В жизни, конечно, он в раза три глазами сильнее видится. Холодненький, такой приятный. Можно крутить в разные стороны. Я направлю в сторону цветка. Ну, в общем, как-то так. Работает эта штука непрерывно до 25 часов. Здесь есть защита от того, чтобы он не включался пустым. То есть, если воды не будет, он просто не включится. Ну, а по поводу ухода, чистить его чем чаще, чем лучше, но не реже одного раза в неделю. В общем, вот такое вот полезное приобретение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому интересно, укажу различную информацию в описании в закрепленном комментарии, где и что можно купить со скидками.
Как-то так. Всем пока.